Сегодня в нашей постоянной рубрике «Мобильный репортер» мы покажем кадры, которые сняли участники акции «Тотальный диктант». В минувшие выходные жители Ленинского района вместе со всей страной приняли участие в ежегодной общеобразовательной акции в форме добровольного диктанта. В 10 и 11 школах города Видное собралось более 200 человек, чтобы проверить свои знания русского языка. Мне хочется, чтобы все были в нашей стране грамотные, грамотно изъяснялись и грамотно писали. Перед диктовкой участники заполнили свои личные данные. Информация нужна была для того, чтобы внести ее в систему обработки результатов. Их люди будут узнавать самостоятельно на сайте проекта. Затем приступили к основному процессу. Обычно в роли диктующих выступают публичные люди. В нашем муниципалитете текст диктовала Илона Броневицкая. Диктант назывался «Учитель словесности», авторство российской писательницы Гузель Яхиной. Знать родной язык – это быть частью страны, это быть гражданином, это быть человеком, который уважаем для окружения, который приятен людям, который может, имеет право голоса, потому что зачастую одна ошибка, допущенная в каком-то тексте, может перечеркнуть твою репутацию как бизнес-партнера или что-нибудь такое. Первый тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческий проект. Сейчас он уже приобрел статус международного, с каждым годом все больше участников и стран. Писать грамотно становится модно.